должности главного руля и заражает их спидом. Прошу вас отдать Сергею Михайловичу. Сергей Михайлович, из петербургские бандели, они... Нет, петербургские, ленинградские области, во всей Волжском районе, везде. Естественно, я хочу внести поправки в статью 6.1 СКАП, и штраф 2000 рублей заменили хотя бы как УК РСФСР на принудительную работу на 3 месяца, чтобы подметали дворы, и решить проблему с дворниками. А осенью я планирую баллотироваться в законодательное собрание или в Ленинградской области. Правильно, я понимаю.